Самаре полностью готов к открытию филиал государственной Третьяковской галереи в здании фабрики «Кухня». Начинает работу первая большая выставка «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве». В экспозиции 92 произведения из коллекции государственной Третьяковской галереи и частных собраний. Всем процессом транспортировки и вообще логистики занимается Третьяковка в Москве. И это такой очень ответственный на самом деле процесс, который ведет наш главный хранитель Татьяна Семеновна Городкова. И это действительно специализированные транспортные средства с климат-контролем, с определенной степенью охраны, которая предполагает музейный фонд Российской Федерации. Действительно перемещался наш музейный фонд от специализированной компании. Это очень ответственное на самом деле мероприятие. Здание фабрики «Кухни» построено в 1932 году. Это памятник советского конструктивизма в виде серпа и молота. После распада Советского Союза фабрика переживала сложный период. Не раз здание меняло владельцев, арендаторов. Объект оказался в запустении и был под угрозой сноса. Но сейчас здание полностью отреставрировано. Здесь была основная задача сохранить то наследие. Здание у нас там порядка 100 лет. Сохранить фасады, окна и элементы, которые находятся внутри здания. С этим наши профессиональные реставраторы справились на отлично. И второй момент – это обеспечение функционального назначения. Ну, здесь мы говорим уже о музее. Вот. Здесь тоже определенные были сложности, потому что не везде можно было проводить работы, связанные там с сверлением стен, с изменением конструкций. В стенах фабрики «Кухни» будут проводиться не только выставки, но и другие культурные мероприятия. Концепция нашей самарской Третьяковки заключается в том, что здесь не будет постоянной экспозиции, что в среднем 2-3 раза в год будут привозиться выставки. Изначально мы договаривались с Большой Третьяковкой о том, что все мировые турне Третьяковки начинаются или заканчиваются с Самары. Но помимо выставок еще и большое культурно-просветительское ядро, которое здесь будет работать, у друзей Третьяковки, лекторий, кинозал, поэтому здесь жизнь будет, уверен я, кипеть всегда. Самарская Третьяковка начнет свою работу 30 мая. Для жителей и гостей города подготовили специальную программу знакомства с Третьяковкой. В течение нескольких дней будут проводиться мастер-классы, лекции, экскурсии. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.